Благополучно ли вы совершили путь? Спасибо, Боже! А на вашу просьбу на днях последует решение. Как ваша светлость? Чего ты хочешь? Смею ли спросить, из золота или из серебра? Те черевички, что сама царица носит, я думаю, на свете во всей вселенной нет подобных. Черевичек, ах, ваша светлость, что копыта моя невеста, а лишинка могла такие черевики да на ноги себе надеть. Говорят, у вас на свете никто не женится. А как же можно, ведь мы не чернецы. Помилуй, пане. Невеста на Украине не могла носить такие пошлари. О, Боже мой, каким украшением, что если на такие черепики? Какие же должны быть ножки, которые их носят? Кто-то чай из сахара чистейшего. Мне нравится такая простота. Пускай они у нас повеселятся. Кого не славу княжу, так милую, те милу, что говорите, расписать по-русски, они за это вам пропляшут на зачках. Thank you.
Сейчас начнется на домашнем, я лечусь в понятке. Комедия с куплетами, царевич Мор и Роза. Пешиков прошу пожаловать, кому не скучно заслушать новое сие творенье. Как заметить, как заметить.